Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале о путешествии и туризме в Турции. Есть ли хоть один иной город в истории, что осаждали так часто, как Константинополь? Стены Константинополя – древние городские стены Стамбула, строительство которых велось в V веке во времена Византийской империи. Строительство стен велось с 408 по 413 год при византийском императоре Феодосии II для защиты города от нашествий варваров. В те времена город уже вырос за пределы старых городских стен, возводившихся еще при Константине Великом. Стены состояли из внутренних, средних и внешних сооружений. За всю свою историю стены дважды разрушались людьми, и в обоих случаях город пал перед натиском завоевателей. Первый раз это случилось в 1204 году во время взятия Константинополя крестоносцами. Второй раз это было в 1453 году, когда Константинополь был завоеван турками под предводительством Мехмета II. На сегодняшний день части стен сохранились в разных частях города. Так как стена расположена на большой территории, увидеть ее можно в любое время суток и без платы за вход. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал.